Администрации города совместно с энергокомпанией «Восток» разработаны памятки по регистрации приборов учета. Необходимость данных профилактических мер назрела после прошлогодней ситуации со вводом в эксплуатацию дома 21 по улице Радищева. Тогда жильцы заселились в квартиры с незарегистрированными счетчиками и плату начисляли по нормативу. Теперь же разработаны памятки как для потребителей физических и юридических лиц, так и для застройщиков. В этих памятках мы прописали все пошаговые действия, когда, допустим, потребитель становится полноправным владельцем своих квадратных метров, то есть своего жилья, какие действия он должен сделать, чтобы ему не начисляли по нормативу. Для донесения информации организован ряд встреч с управляющими компаниями и застройщиками. Кроме того, энергокомпания «Восток» вручает памятники, выдавая технические условия. Ознакомиться с инструкцией можно и на сайте администрации.